Если будешь молиться, если будешь ревновать, аминь, то будешь видеть славу мою, аминь, аллилуйя. Ибо я буду еще по многим местам, говорит Господь, тревожить многие семьи, аминь, або отче, ибо время торопит, аминь, а многие не готовы. О, если бы ты увидел себя, аминь, о, если бы ты посмотрел вокруг, аминь, або отче, что движется на эту землю, аминь, ибо вот весь за вестью будет идти, аминь, або отче, и многие будут ужасаться от этого, аминь. Но как будешь ты стоять, если нет мира в сердце твоем, аминь, Абба Отче? А я говорю тебе, будь готов на всякое время, аминь, Абба Отче. Потому что многие будут отозваны, аминь, от этой земли, аминь, Абба Отче. И от них будут скорбеть, говорит Господь, аминь. Но я, говорит Господь, буду отнимать таковых, аминь, и брать их к себе, аминь. Поэтому не лей слезы, говорит Господь, а лучше молись, аминь, Абба Отче, о том, чтобы сила моя была на тебе, аминь, аллилуйя. Чтобы мудрость моя была в тебе, аминь. И чтобы ты мог пройти, не ищи себе легких путей, аминь. Ибо многие из народа моего, аминь, они как бы рассеяны, аминь. И каждый ищет своего, аминь. Многие пустились, говорит Господь, аминь, во всякие дела, во всякую суету, аминь. И забыли того, аминь, аллилуйя, чья кровь была пролита за них, аминь, аллилуйя. И поэтому возвратись на пути, аминь. Я буду многих приводить, говорит Господь. Я буду возвращать с дороги их, аминь, Абба Отче. Я буду разрушать дела их, говорит Господь, аминь. Где идут против, говорит Господь, воли моей, аминь. И возвращать к себе, аминь. Чтобы в жертвенник мой, аминь, аллилуйя, он горел. Чтобы там был огонь, аминь, Абба Отче. И еще буду посещать, аминь, аллилуйя. Буду приводить, говорит Господь, посланников моих, аминь, аллилуйя. Которые будут пробуждать и нести истину, аминь, аллилуйя. И если ты свое сердце не ожесточишь, аминь, то увидишь перемену, аминь. И эта перемена будет великая, говорит Господь, аминь, Абба Отче. Не так, как ты думаешь, все сразу, аминь, Абба Отче, пробудятся. Нет, но там, точечно я буду делать и зажигать мой огонь, аминь, аллилуйя. Поэтому дай мне место, аминь, аллилуйя. И увидишь тогда, что моя рука не сократилась, чтобы спасать, аминь. Ибо в это время последнее, аминь, буду спасать, говорит Господь, аминь, Абба Отче. Семьи буду спасать, дома буду спасать. Аминь, аллилуйя. Умножь молитву, аминь. И увидишь великое и чудное, говорит Господь. Аминь, аллилуйя. Бог наш.